так болеть я начал с 14 лет. Сука! 26 лет, а? 26 лет меня наебывает эта наша сборная по футболу, а? Нет, ну раньше еще ладно, были успехи, пробивали финалы. Но сейчас, блядь, что не чемпионат, то пиздец какой-то. 4 года ждешь, 4 года! И что? Все потому, что вот такие же долбоебы играют, вот как вы. Ничего не надо, а? Ведь главное, что притворяться научились. Вот же как, а? Ведь раньше же там, раньше бунтовали. Это была общественная позиция. Нам от вас нихуя не надо. Мы протестуем. А сейчас? Сейчас, блядь, по-тихому, без протестов. Кем надо притворяться, влазает куда хотят. На любую работу, а? И нихуя там не делают, играются. Вы играетесь в жизнь. Те, кому это серьезно относится, с ума сходят, страдают. Футбол, блядь, играть надо. Они визажистов с собой берут, стилистов, и в итоге там все проебывают. Там же надо думать, как гол забить. А он в дождь, блядь, свой промелированный лобок зачесывает. Чтоб он у него в дождь стоял. Он не тренера слушает в перерыве, он прическу восстанавливает. Наливай, мать. Ладно, все по-тихому, все по своим понятиям, по-детски. Пульнул, догнал. Они поняли, что чтобы от них отъебались, нужно притвориться. Глобальное наебательство. Глобальное.